Так, мужик, только не трожь меня, блин! Бесят эти тролли! Уйди от меня, жирный! Уйди! Бесишь! Тоже быть жирным и здоровым! Бесит! Бесит просто тролль! 150! Подожди, ну да! Да! Ты кто еще, блин? Ты кто еще? Блин, я устал качаться, я решил, что я куплю себе просто бесконечный размер! Надоело, серьезно, все, покупаю! Есть! Отлично! Все, бесконечно! Нафиг, я буду сейчас... Я стану таким сильным, что вы просто меня не узнаете. Ох, как же замучили эти тролли, блин, надоели, не дают нормальному парню прокачаться. Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем проходить с вами симулятор... Качка, блин, эти качки здоровенные, не дают мне качаться нормально. Так, включаем свой автокликер и поехали. Качаемся, у меня 110к, надо будет сейчас что-то прикупить новенькое, посмотреть. Пока я велосипедиком качаюсь, но в принципе, он быстро, довольно-таки мне дает эту power, силу, это что ли, так ее назвать. Так, отключаю, поехали, продаем. И пошли посмотрим. Кстати, игра вчера обновилась буквально. Что-то, видимо, добавили новенькое. Ладно, давай смотреть, что я здесь могу купить. Значит, следующее. 29. Плохо, что я сразу не могу перейти, допустим, вот к этому, да? Мне приходится тратить деньги напрасно, допустим, на вот этот вот стол. Теперь кровать могу купить. А теперь это что? Бревно? 75к бревно. Так, ну ладно, пока кроватью покачаемся. Ух ты, нифига себе тут генетики. Так, что у меня сейчас? У меня сейчас 125к? Серьезно? Это что такое? 25... Ой, так это все так дешево стоит. Так, давай посмотрим, что здесь. Значит, Body Alter, вы сказали, что вроде бы это как и есть ребятки, вроде бы, да? Ясно, ладно, окей. Так, ну генетику... В принципе, ее можно вкачнуть, не знаю, там, до конца. Давай качнем. Все, да, у меня получается Рино. 150к. Так, надо выйти из этого круга, видимо. Да, кроватью по 560 мускулов. Так, давай, врубаем, короче, свой автокликер и побежали уже качаться. Кроватью качаюсь, вот это да, вот это я сейчас буду силачом. Так, ну я буду, походу, замедленным, да, сейчас? Я буду... Неплохо, уже смотри, уже 25-26к. Вова! Вовус! Здорово, Вовус! Как у тебя дела? Ух, я тут качаюсь. Хоть, если хочешь, можешь прилечь на мою кровать, и я вместе с кроватью тоже поподнимаю тебя. Как у тебя дела, а? Так, кстати, я себе одел такие наушнички прикольные, прикупил. Мне, по-моему, экзотик их... скинул, ну, в смысле, сказал, что они к моему скинчику будут прикольно смотреться. Не знаю, я их одел. Пишите в комментариях, что вы думаете. Прикольно смотрятся или нет эти наушники? Я думаю, да, они неплохо так к шапочке подходят. Так, ну, а тем временем мы с вами уже 50к почти. Да? 50к. Он хочет, видимо, сделать со мной селфи. Да? Нифига у тебя причесон. Так, что там написал? Я не знаю, что... Привет, привет, Вован, привет. Так, 56 тысяч уже, если я это все продам, блин. Так, пока качается, давай остановим, сейчас я посмотрю, что я тут могу прикупить такого прикольного. А, вот, Ревел, вот она, Ревел, это вот это и есть Ревел, а сколько надо, чтобы Ревел сделать? Я не понимаю, так, ну-ка давай посмотрим, что можно купить еще такого, что задонатить бы сюда, а? Так, X2 Pain. Что это? Мне бы скорость какую-нибудь, а? Чтобы я бегал бы нормально. Fast Runner, смотри. За 400 могу быстрее бегать, типа, да? Давай сейчас купим, наверное, быстрый бег, чтобы быстро перемещаться, потому что... Во! Я быстро сейчас перемещаюсь, нет? Или на Shift? Как это делать? Как это делать? Ну, я, в принципе, да, наверное, я быстро стал перемещаться. Хотя я не уверен. Ладно, давай включаем, короче, автокликеры и поехали. Блин, пожалуйста, экран надо, короче, подальше, потому что я уже слишком жирный, я вот так, видишь, весь экран загораживаю просто своим. Это не, кстати, это не жир. Кто сказал, что это жир? Это не жир, это мышцы, это все мега мышцы. 70к, я хочу до конца уже докачать и посмотреть, сколько денег мне за это все дадут. А, ну получается 150к и дадут, да?
150 тысяч дадут? Ну, наверное, наверное, да. Ладно, окей, качаемся. Качаемся, докончаемся до 150к. И пойдем уже... Хотя, зачем? Зачем? Давайте вот сейчас, пока я добегу до этого магазика, сколько будет, столько мы и продаем, короче. Так, мужик, только... Не трожь меня, блин! Ааа, бесят эти тролли! Вы меня бесите просто, чуваки, понимаете? Все, кто убивает друг друга, бесят реально. Если вы тоже так делаете, то, пожалуйста, закройте это видео, потому что вы меня бесите. Даже не смотрите, блин. Вы тролли, реально тролли. Ненавижу тех, кто так делает. Ну зачем? Зачем подставы такие? Ух, есть 93к, 93к. Ну что ж, пойдем так, отключаем автокликер, пошли смотреть, что мы можем тут купить. Так, за 75 я могу купить... Так, а сколько она дает? Так, это 280, 75к, дерево какое-то. Потом уже каноэ, а, ясно. Так, ну окей, ладно. 75 дерева, поехали тогда качаться дерево. Так, и сколько? 740 мускулов почти за один, за одно этот... За одно поднятие, скажем так, 740. Ух, нормально. Блин, я стал быстро бегать или нет, а? Кто мне скажет? Я быстро бегаю или не быстро? Ну, в принципе, наверное, да, смотри, хотя вот этот жердя меня догоняет. Как он догоняет? А, то, что он больше, да? Уйди от меня, жирный! Уйди! Бесишь! Бесишь, реально просто бесишь. Реально тролли, а, как же они бесят. Ладно, побегу куда-нибудь. Эй, игра, не лагай. Так, сколько у меня там? 25. Надо быстрее, короче, уже купить там какое-нибудь каноэ и этим каноэ прокачиваться. Было бы супер. Так, можно было бы убежать куда-нибудь с этой карты, чтобы меня не трогал никто. Так, стану здесь. Смотри, за мной просто идет, да? Нехис. А, нет, не идет за мной. Ну, слава богу. Ладно, я стою здесь, надеюсь, он меня не тронет. Хотя, скорее всего, тронет. Там идет еще Фрузикул какой-то. Фрузикул. Сейчас они будут драться между собой. Бей его, бей его. Бей его нафиг. Уничтожь этого жердяя. Уйди от меня, блин. Уйди от меня, тролль. Уйди, оставь меня в покое, дай мне просто прокачаться, а. Уйди, ты уже жирный, ты уже здоровый, а я хочу тоже быть жирным и здоровым. А, бесит. Бесит, просто тролль. Просто, блин, если бы можно было его забанить, я бы его забанил. Ну, в смысле, если бы было в этой игре такое, что можно было банить этих игроков. Блин, ну почему я быстро не перемещаюсь? Я же вроде купил сверх какую-то там эту скорость. Как мне бегать быстро, а? Может, shift нажат или что? Или это я так быстро уже бегаю? Серьезно? Серьезно, если я так быстро бегаю, то это просто развод. Это развод на... Подожди, я точно купил? Да, я купил. Как ее применить? Как ее... Хант. Что это хант? Не знаю, это убийца какой-то. Так, как ее применить? Или это я так уже быстро бегаю, а? Серьезно? Блин, ну это как-то... Ну это как-то нечестно, слушайте, я... Мне кажется, медленно все-таки бегаю, а? Ладно, фиг с ним. Непонятно, короче, как это работает. Опять этот тролль за мной бегает, смотри. Он за мной просто бежит и все. Уйди нафиг. Уйди. Почему он быстрее меня? Реально, я купил эту штуковину, и он быстрее меня. Да отстань ты, отстань, блин. Достал. Он просто за мной охотится, смотри, а. Халк этот. Фрузику. Фрузику, я тебя ненавижу. Если ты появишься на моем канале, я просто тебя забаню, понял, да? Забаню тебя в бан, вечный бан. Вечный покой пойдешь, блин. Отвали от меня, уйди от меня, блин. А, бесит. Так, еще, да, и еще вот этот вот бег мой. Нереально почему-то, нереально как-то. Нереально почему-то, как-то я медленно все-таки бегаю. И этот тролль за мной охотится, ладно. Побежали в сторону магазина, у меня уже есть 100к. Сейчас продадим, купим себе что-нибудь получше. И будем, в принципе, наверное, еще быстрее прокачиваться. Ты посмотри, он все бегает за мной, бегает, а? Бесячий чувак, просто ты бесишь, реально. Вот сейчас я быстро бегаю. А до этого... Ой-ой-ой-ой, так, надо выключить автокликер. Так, ладно, пошли, что там? 111к стоит... О, класс, потом будет колесо уже. 208к, серьезно, офигеть. Так, генетика, что тут? А, я могу, в принципе, прокачать генетику... А у меня будет уже 400 тысяч, офигеть, офигеть. Так, стоит, знаешь что, купить еще, мне кажется, двойные коины. Вот это было бы тоже неплохо, двойные коины купить, а? Блин, или ладно, в следующий раз, если что, задоначу, наверное, ребят, на двойные коины. Пишите, стоит ли, не стоит покупать.
Так, вот сейчас я быстро бегаю, но я начинаю прокачиваться, и все, я начинаю бегать медленно. Хотя вот этот тролль, который меня преследует, мне кажется, что он бегает быстро. Может быть у него много рэббитхов? Может из-за этого, а? Может быть, да. Скорее всего, у него много рэббитхов. Я не понимаю, что надо, сколько надо, чтобы сделать рэббитки. Наверное, надо все-таки 2 миллиона монет заработать. Ладно, буду пока прокачиваться. В принципе, нормально, смотри. За один качок, так скажем. Да уйди ты, а. Уйди ты от меня, тролль. Опять этот тролль, а. Серьезно, просто бесячий тролль. Просто нереально бесячий тролль. Ху-ху-ху-ху. Ой, нормально, я могу здесь просто сидеть и все. Иди нафиг. Все, не может меня достать, да? Ну все, стою и здесь качаюсь. Просто стою и здесь качаюсь. Вообще норм. Где этот тролль, кстати? Какой он в стороне? Вот он. Смотри, пришел сюда. Пришел. Че тебе надо? Иди отсюда в баню, блин. Крузиков, я тебя ненавижу, я тебе говорю. Ты реально тролль. Ты просто тролль. Все просто, если он появится на канале где-нибудь, оставить там комментарий. Все дизлайки ему дружно ставите, ребят. Пусть этот тролль знает, что он тролль. Реально. Ненавижу таких игроков, которые вот... Ну, прокачался ты сам. Ну, дай другим поиграть. Тебя же никто не трогает. По крайней мере, я тебя не трогаю. Что ты бегаешь за мной? Что ты за мной охотишься, а? Бесячий чувак, вот реально, бесячий. Так, 45, все, я, в принципе, могу идти продавать. Так, отключить кликер надо. И пошли покупаем колесо. Ебой, потом что будет? Холодильник. Так, и сколько я с колесом-то буду прокачиваться? Ну-ка. 1500, нормально. Так, поехали. 1500 с колесом, вообще ништяк, да? 1500 с колесом. Получается, 10 раз кинул, 15 000. 100 раз кинул, 150. А, не, подожди, ну да. Да, ты кто еще, блин? Ты кто еще? Заколебали эти тролли, реально, просто бесят. Так, ладно. Побегу дальше. Блин, короче, мне надо рэббитхи делать, потому что с рэббитхами никак. Вот это что такое райвел? Что за райвел? Ну-ка, подожди, давай я выключу, вот тут спрячусь за этим деревом. Надеюсь, меня никто не найдет. Так, давай поищем, есть тут такой райвел. Почитать бы, что дает райвел. Так, это коины у нас просто тупо покупаем. Player Hunter, типа убийца каких-то этих, да? Fame Protection. Это что такое Fame Protection? Не знаю, какая-то защита. Что такое Revival? Так, Can't Buy Product Power 4. Непонятно, что это за фигня. Так, я что-то купил, что ли? Блин, только не говорите, что я что-то купил. Серьезно? Блин, я что-то купил, ребят? У меня что... Рубаксы исчезли. Юр, баланс, смотри, у меня 1200. Серьезно, у меня же 2000 было. Блин, жесть. Серьезно, я что такое? А, нет, хотя да, все правильно. 2000. А, нет. Подожди. Что за фигня? Не, вроде все правильно, все нормально. Так, ладно, я так и не понял, что такое Rival, что это даст? Фиг пойми. Короче, ладно, прокачиваемся. Прокачиваемся пока дальше. Поехали. Сколько у меня? 55, а мне надо там... Там уже 300 тысяч, по-моему, надо на холодильник. 300 тысяч, блин, стоит купить двойные коины. Но, блин, пока, наверное, я это не буду делать, ладно? Пока прокачиваемся, тупо прокачиваемся. Чувак, уйди от меня, ну что тебе надо? Что ты прицепился? Что ты привязался? Просто отвали. Так, ладно, 10 000. Блин, это очень мало, конечно, очень мало. Ладно, буду где-нибудь стоять здесь и качаться. Надеюсь, что меня никто не тронет. Мне бы еще стать маленьким, да? А как уменьшиться? Подожди. Как мне уменьшить? Тут же должны быть по-любому настройки, да, какие-то, чтобы мне, допустим, взять? А, вот для чего. Вот, я могу, короче, уменьшаться, да? Вот для чего Rival нужен. Я могу уменьшиться, просто стать маленьким. И все, и меня, в принципе, никто трогать не будет. Блин, а почему это платно сделали? Серьезно? Блин, это во всех играх это бесплатно. А тут решили платно это все сделать? Как-то вообще не... Блин, не камильфо, а? Разработчик очень жадный. Хочет за все рубаксы получить. Я понял, что такое Rival. Все, ребят, я понял. Хочет, короче, блин, за все получить рубаксы. Ну, так нечестно, как бы, блин.
Ну ладно, ладно. Пусть это останется на совести разработчика, окей? Поехали. Так, ну что, прокачаемся, наверное, и купим себе уже холодильник. Короче, блин, я устал качаться. Я решил, что я куплю себе просто бесконечный размер. Надоело, серьезно. Все, покупаю. Есть, отлично. Все, бесконечно. Нафиг, я буду сейчас... Я стану таким сильным, что вы просто меня не узнаете. Просто не узнаете меня, ребят. Но это будет уже, наверное, в следующей серии. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребята. Следите, следите обязательно за этими видео. Потому что в следующей серии я буду просто мега-гигантом. Всем пока!